В Звенигороде восстановлены права 63 дольщиков ЖК «Восточный». 7 первым новоселам корпуса номер 3 вручили ключи от их долгожданных квартир. Много было сложностей с этим проектом, в том числе проблемы с инженерным обеспечением этого дома. Ну и опять никуда не денешься от этой пандемии. Тоже она вмешалась в процесс завершения строительства. Финансовые сложности тоже были. Но тем не менее, стройком автоматика удачно все это дело завершила. Татьяна Внукова счастлива. Ключи в руках. Пора приступать к ремонту и звать гостей на новоселье. Тут, наверное, вот диван поставлю такой вот угловой. А здесь вот какую-нибудь стеночку небольшую с телевизором. Много не буду ставить ничего. Как бы, чтобы свободно было. Свое жилье люди должны были получить еще в декабре 2016 года, но стройка встала, и в 2017-м застройщика СУ-155 признали банкротом. Всего в корпусе номер 3 насчитывается 224 квартиры. К настоящему моменту компания «Стройпромавтоматика» достроила и ввела 5 корпусов. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцова».